Семена бархатцев, отклоненных диска гранада, диска у гранада, вырастут в небольшой красивый кустик, который уже через 2,5 месяца порадует взгляд эффектными немахровыми цветами. Декоративный однолетник неприхотлив, хорошо растет на любых почвах, любит солнечное местоположение. Высота растения всего около 25 см, ровная шарообразная форма. Цветение начинается в июле и не прекращается до сильных заморозков. Цветки яркие, насыщенных желто-красных оттенков, в диаметре 5 см. Бархатцы – отличный вариант для общего фона на клумбах, бордюрах или в цветниках. Бархатцы, отклоненные диска гранада – это однолетнее растение высотой 20-25 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Бархатцы прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания бархатцы прекрасно устроит открытый грунт. Расцветают бархатцы, отклоненные диска гранада, в месяц май-июнь. Цветок окрашен в бордово-желтый цвет. Интересные цветы бархатцы могут быть до 6 см сантиметров. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.